мы развиваем исследование крейсер, тританиевая броня, это полутора. И меркулит модификация. Это у нас нюкса модификация. Но мы новые, чтобы умерли меркулит. А пульсоны только после крейсера. Но обыграет, когда их слышим. Думаю, не будет тревожить. Можно сюда, конечно, куда-то. Шоу, пара планет. А у нас вообще одна. Ну, это не столь агрессивно. Это... Пересерта человеческая. Более круглякая. Так, пара фрегата. Но тут непонятно вообще. То есть можно и на Лисин, потому что сверху больше шансов, чтобы это прорвало. Здесь база и так есть. Но если налево будет куда-то не стрелять, лететь, то будет ну, сход будет. Или вверх мы разделим. Куда вверх полетим. А тут вообще что-то долго. Но все равно 7-5-5-7. Ну-ка, 20 туров. Корабль это очень долго же. И этот даст какой-то плюс на экономику. И плюс за это время население нарастет, мы выпустим. Не будет. Нельзя сказать, что тут было на грани краха. Легко. Но они могли покусать колонию какую-то. А ты вот этого разведку. Почти-то база без корабля меньше. Раз вывернул. Ну, не показывает. Ну, можно так, как форпост продвинуться вперед, но здесь не строим базу. Но когда-то есть, допустим, покупка ракетной базы, бах, тогда да. Так и производить. Ну, про. Ну, про, здесь про это против ракеты, а ракетная база напротив кораблей. Это звук контрист. Одна из самых крутых и меньше, ну там затрата такой. Клета. По кругу. Это скорее дальний просто так, что как здесь вот скорпов. Закончилось это торговый договор. И все. А мы на ней этих на людей переключились. Так было тяжело, у них откуда полтора шутки скорпу. Так. Ладно, строится. Да. А это шарики эти. Шариковая. Ну, Луна, по сути, планета это Луна. Только с атмосферой. А этот богатый, но крупный. Ну, с голдать его. Но вышел же, да, там рубины замороженные. Этот, ну, типа земной. Океанический. Но тут гораздо круче, типа, показатели, чем. Ну, в реале это что он дает какой-то.
Но во времени там, что океанически он наращивает население. Водное. Богатый этот конструкцию, линейку производства. Химический. Тоже хороший вариант. Можно еще кого-то усадить там. Просто. Ну, население просто. Но оно не растет, потому что пока там гидропоники, допустим, нету. Хотя она химически даже скоро будет такого. Ну, более конкретно. Ну так вот растет такая столица с ними устом, не выбор. Потом столица, да. Медиокр. Ну, обогащенная. Столас, это скалолаз. Тут террас. Вроде тут этот пик. И здесь тут пик. Ну то есть если ответвление в игре внутри прям здесь взять, например, кого-то победить, то можно, ну, в середине игры получить бонус. То есть стик скорее. Харах, а это был рад и себе. Мы даже сюда вот не долетели, да? Ну, показывает, что тут нету сюда хода. А, так тут нету хода. Как-то мы... Как это, промашка? Здесь нету этого. В общем, разведчик этот не нужен, потому что он дали... Был... Да. Куда ему вообще? Ему больше некуда лететь. Если он сюда полезет, то только конфликтная ситуация, потому что мы и так... Ну, ну вот он показывает... В облёт. У нас 14-20 на то сюда. Машинную базу какую-то затратить. Авторазведка. Все удалить. Ну, можем рискнуть, например. Вообще полетим, например, на планету Мурения, она атакует, посмотрим Мурену. Бой с Муриной. Мы еще космосмеем, да, драбить. Да. Получается, что когда-то у нас сейчас метод. Ну, не актуален. Надо просить, что тут. Тогда нам тогда вот этот вариант. Все, мы замыкаем акулу. Ну, нам, конечно, здесь легче было проняться. Ну, сейчас вот, наверное, тихо. У нас нету телеги, чтобы построить. Ну, там будет занято. Ну, пока и корабли не было. Скорее всего, что корабль появится. Так и космофабрика тоже появится. И здесь закрыть один ход и все. Ну слева, да, можно пролететь. Сквайр же защищен. Тут пик. Можно сейчас здесь попытаться какие-то ароматы. Ну лучше крипто, но тогда тот аромат зада. И он может через тот, в общем, аромат пролететь. Крипто. Ну оттуда, например. Ну чем выше запрем, тем лучше у них тут двое.